Так, ребят, это с телескопического погрузчика. Смотрите, как проявляется дефект. Включается. Может вообще не включаться или белый экран, но... Включился. Вот, работает, все. Во-первых, слетели моточасы. И у нас происходит вот такая штука. Циклический раз. И перезагружается. Вот так выглядит дефект, если что. Так, ребят, все, выполнили ремонт монитора. Теперь он больше не перезагружается. Вот все, моточасы восстановились. И, соответственно, теперь он работает столько, сколько нужно. Как-то вот так. Если кому-то потребуются такие услуги в городе Рязани, можете обращаться. Делаем быстро, качественно, с гарантией. То есть еще у меня есть предыдущее видео на экскаватор-погрузчик. Это у нас от телескопического погрузчика сельхозназначения. От него, то есть монитор. Вот. То есть как бы можно все восстановить. И не надо покупать новый. Вот. Ладно, ребят, всем мир, всем добра, всем пока.